Неопознанный объект. Ой, смотрите! Ого! Откуда это здесь? Наверное, бурей принесло. Или, может, из космоса упало. О, мне как раз не хватало такой детали для моего нового изобретения. А из этого выйдет отличная вешалка. А эту линзу можно вставить в телескоп. Колеса прям как у моего скейта. Мне как раз пора поменять. Саня, пошли в футбол играть. Сейчас не могу. Хочу новые колеса опробовать. Ну, как хочешь. Ого, я лечу! Класс! Вот это скорость! Ну, таченце, лови! Это еще что? Ого, инопланетянин! Ты вернулся! Ну, рассказывай, чего там нового в космосе? Ничего хорошего. Что случилось? Ты такой грустный. Потерял одну очень важную вещь. Какую вещь? Межгалактический самокат. А где потерял? Давайте вместе поищем. Кажется, он упал где-то в вашем лесу. Тогда мы мигом найдем. А как он выглядит? Сейчас покажу. Кажется, я где-то видел эту деталь. Вспомнил! Я точно такую же недавно в лесу подобрал. Ой, а этот руль очень напоминает мою новую вешалку. И моя линза для телескопа. Похоже, не линза, а фара. Значит, самокат при падении разбился. Ерунда! Мы мигом соберем. Тучка, лисичка, несите свои детали. По-моему, чего-то не хватает. Да, не хватает колес. Ну все, зря старались. Колеса – это самое важное. Ребята, а помните, их же Саня забрал. Точно! Точно! Саня, к нам инопланетянин прилетел. Оказалось, что та штуковина в лесу – это его разбившийся самокат. Мы все детали уже собрали, остались только колеса. Колеса? Ну да, ты же их на скейт хотел поставить. Да, хотел, но теперь... в общем, они мне не подошли. Сейчас я их принесу. Здорово, вот инопланетянин обрадуется. Ну вот еще, такие колеса отдавать. Не заводится. Похоже, при падении он все-таки повредился. Давай я попробую починить. Бесполезно. На Земле нет таких технологий. Ладно, спасибо, друзья. Вы сделали все, что могли. Друзья, у меня есть идея. Привет! Чего грустишь? Сломался межгалактический самокат. Подарок сестренке. У меня тоже сестренка есть. Может, ты ей что-то другое подаришь? Нет, я обещал именно самокат. Без него я не могу вернуться домой. Понимаю. Сестренки они такие. Вроде все цело, а колеса не работают. Эх, я самый худший брат на свете. А знаешь, попробуй мои колеса. Вдруг подойдут? Вряд ли. Ура! Работает! Это подарки твоей сестренке от землян. Спасибо вам.
вы самые лучшие друзья. Я обязательно вернусь и привезу вам самого вкусного межгалактического торта. Осторожней там на поворотах! Не потеряй ничего!